На строительной площадке образовательного центра Когалыма кипит работа. Именно здесь в скором будущем, уже в 2023 году, будут готовить инженерные кадры нового уровня. Образование по международным стандартам с привлечением лучших преподавателей российских и иностранных. Это образование будущего. Умные технологии, футуристические здания, ландшафтный парк. Так будет выглядеть территория центра. Он рассчитан на 380 абитуриентов и 40 преподавателей. На площади более 20 тысяч квадратных метров развернется настоящий научный комплекс. Образовательный центр состоит из 6 корпусов. Учебный корпус, общественно-образовательный корпус, 2 общежития, спортблок и лабораторный корпус. Центр объединит образовательную, научно-прикладную и производственную деятельность для подготовки специалистов нефтегазовой отрасли. А реализация практико-ориентированного обучения будет проходить на площадках «Лукойла». Первые студенты начнут получать высшее образование в Перми, а завершат обучение и получат дипломы уже в новом филиале Пермского национального исследовательского политехнического университета в Когалыме. ВУЗ будет обеспечивать реализацию основных профессиональных программ по государственному стандарту. Проект реализуют в рамках соглашения о сотрудничестве между компанией «Лукойл», администрацией Когалыма и Пермским университетом при поддержке правительства Югры. Этот проект очень значимый для нас и задействованы лучшие специалисты «Лукойла» Западной Сибири. От подрядной организации на сегодняшний день задействованы более 260 человек рабочего персонала, инженерного состава около 40 человек. На сегодняшний день ведутся работы по монолиту. Сразу одновременно ведутся работы на 6 корпусах. Образовательный центр в Когалыме – это проект, который откроет новые возможности для всего региона. Анастасия Плюснина, Николай Горкуша. Специально для новостей.